Наиля работает дворником уже четверть века. Говорит, из-за снега приходится работать без выходных. В помощь лопате техника, но расчищать двор трактору мешают машины. Иногда сильно я стучаю, они выйдут, берут машину и потом чистят трактор. А сигнализация сработает? Да. Такую картину сейчас можно увидеть практически в каждом дворе. Машина буксует, хотя снежную кашу во дворах автовладельцы делают сами, мешая уборке техники. Здесь пытались как-то вроде почистить, но машины как мешали, так и почистили. Наверное, поэтому некоторые коммунальщики перешли к страшилкам, пусть и не вполне реальным. Это объявление информирует о предстоящей уборке, и жители просят убрать припаркованные машины. Иначе, цитата, «если не уберете, закопаем трактором и сделаем ледяную горку из вашей машины». Объявление видели у вас там, интересно? В доме? Да, что трактор будет работать. Да. Укатает вашу машину, если не уберете. Уберете к этому времени? Конечно. Кстати, в Ульяновске собираются эвакуировать мешающие уборке автотранспорт. В Димитровграде такой вариант пока не рассматривают. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.